Привет, друзья! Вы снова на моем канале. Сегодня хочу показать урожай моркови на моем дачном участке. Вот такие морковки у меня выросли. Картошка красная, картошка белая. Вот. Очень вкусная на вкус, разваривается. Можно готовить пюре, добавлять в супы. И выросла тыква серая. Внутри она оранжевая. Очень вкусная. Можно запекать в духовке, варить каши с рисом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч в новом видео.